Здорово, ребята! Как всегда, обзор девочки FIFA 17. В предыдущей серии мы с вами посмотрели на физику, на быстрый матч, что как работает, а сегодня ожидаемый почти всеми, кто видел как бы выставки FIFA, история за Алекса Хантера. Будем смотреть, что она из себя представляет. Давайте-ка взглянем на это чудо. Хантер какой-то чувак. Хантер. Рядом с Уокером и Руни. Did they spell your name? Нам уже правильно написали Мэтт Питтс. Уокер это, видимо, его друг. Так, то они в раздевалочке. All right, lads. Так, парни. Вряд ли нужно напоминать вам, насколько важно хорошо начать. Не расслабляйтесь, играйте с партнерами, и моменты придут. Состав все видели. Уокер, ты впереди. Хантер и остальные на заменах. И чтобы все были готовы, вы сюда не загорать пришли. Теперь давайте покажем болельщикам, как мы умеем играть, да? Все под контролем, старина. Ну что, 3 очка уже в кармане. Забей там за меня. Ну давай вот это. Забей за меня гол, чувак. Удачи. Пора заявить о себе. Да. Ну все, поехали. Давайте, ребята. Так, парни, погнали. Стартовый состав на выход. Замена на лавку. Все собрались и настроились. Играй за команду, играй за Хантера. Ну, за команду я не знаю, стоит ли играть. Но давайте, конечно, поиграем. Мы же все-таки сюда пришли смотреть. Лестер, МС. Арсенал, Тоттенхэм, Хотспур, Вест Хэм Юнайтед, Манчестер Юнайтед, блять, мой любимый Ливерпуль на 9-м месте. Ну что ж такое-то? Поехали. Ну, конечно, офигевший от того, что он увидел. Стэнфорд Бридж, да, вообще классно наблюдать за Стэнфорд Бридж, наверное. Уокер, его друг, выходит в стартовый состав. Уокер. Марсиаль, Уокер. Гол! Уокер забивает Челси. Наш Хантер, не знаю. Он сидит рядом с Ибрагимовичем. Мне кажется, если бы я сидел рядом с Ибрагимовичем. И с Погбой рядом. Сидя на скамейке запасных. Манчестер Юнайтед. Рядом с Ибрагимовичем и Погбой я бы был нереально рад. Маур. Так. Что-то там сказал. Хантер, на разминку. Алекс Хантер. Охотник. Кто ты? 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 I'm Alex. I'm Alex Hunter. Who are you? Gaffer wants you to get after that back. Требую, чтобы ты потерзал их линию обороны. Центр хава наелись. Используй свою скорость, забегай за них, понял? Ну что, готов?
меня уже на поле. Да. Выпустите меня уже на поле. Настрой мне твой нравится. Только помни, чему мы тебя учили. Соблюдай дисциплину, все ясно? Конечно, предельно. Хантер в форме Мью. Задание. Впечатлить шефа, заработать нужный рейтинг матча, стать связующим звеном, сделать минимум 10 передач, забить гол, победить в матче. Я заменил Уокера, давай, бро. Моя очередь. Ну что, поехали? Будем сейчас показывать, как это делается. Покажем этим соскам. Давай, Хантер. Диего, Костер и Ми, кто это вообще такие? Так. Ну что, попробуем первый наш с вами штрафной жахнуть. Нормально. Все, поехали, поехали, поехали. Центр хавы, говорят, наелись. Во! Шик, 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 шик. Ну давай, 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 давай. Мяском-то обрасти надо. Давай! Было близко. А, я играю за всю Тиму, не только за Хантера. Да меня, блин, только сейчас доперло. Надо ему пасики подавать вообще. Можно как-нибудь на Хантера-то переключиться? Задание, я вообще пока ничего не завершил. Это штрафной вообще-то был, нет? Ладно. Передача. Плохой пас. Блин, надо было выбрать, чтобы играть только за Хантера. Во, давай, братан. Оп. Надо немножечко пасиков нам с вами набить, чтобы... Давайте вот так все сделаем. Набиваем пасики. Так, я вроде выполнил, да, задачу? Все, пасы я сделал. Отметку я тоже достиг. Теперь пошли забивать гол. Хантер. Хантер! Да! Голяссо. Фух, шикарно. Мы впечатлили тренера, наверное. Просто смотрите, какой проход, и все, и пошел на скорости, ворвался в штрафную и катнул. Мимо Тибо Куртуа, и пас в разрез. И Алекс тут. Удар. Бау! Фух! Голевой пас еще отдал. Вот это вообще шикарно. Ух ты! Ну что, выпендримся немножко. Упустили возможность, видели? Выпущенная возможность, сразу же оценка вниз пошла. Но как только я сыграл на добивание, как бы все, сразу же оценка вверх. Как бы, неплохо, неплохо. Ну, по сути, похоже, что это просто режим профи. Немножечко добавлением реальной жизни. Жозе Мауриньо, Антонио Конте. И Хантер. И Уокер. И Решфорд. Прям золотая молодежь. Так. Уровень игры мы с вами все выполнили. Шикарно. Не совсем мы тут все выполнили, но почти все. Давайте смотреть. Дальше. Что нам теперь скажут тренеры? Алекс, блестящий дебютный матч вы, вероятно, и не ожидали, что окажетесь здесь. Пару месяцев назад вы были на периферии состава, на несколько игроков травмировались, и вы уже в основе. Как это, забить гол в первом же матче? Кого? Мне предоставился шанс, я его использовал, я не ожидал, что попаду в состав, чтобы поймать иначе на хвост, чтобы к этому готовиться. Вот это. Да, замечательно. Все удачно для меня получилось. К сожалению, мы потеряли несколько ключевых игроков из-за травмы. У нас прекрасная команда с глубоким составом. Меня поставили на шаг атаки, так что вся услуга отходит парням. Да, я очень рад бегать и играть, играть и быть здесь. Матч для вас выдался эмоционально во всех смыслах. Кроме девушки, совместный дебют с вашим другом детства и товарищем по команде Гаррета Уокера. It was a special moment for sure. Да, это был особенный момент. Я его долго не забуду.
Алекс, команда сегодня выиграла, можем мысли по поводу победы. Наверное, вот это. Команда играла как единое целое. Я всегда напоминаю, что каждое очко важно, и мы рады, что сегодня взяли все три. Thank you, Alex. Спасибо, Алекс. Thank you. Спасибо. Собственно говоря, куда важно иметь, ну, как бы, чтобы тебя тренер похвалил, а не подписчик. ESPN представляет. He had a wide choice of clubs to sign for. Today his journey begins as he makes his Premier League debut. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. I never expected anything like this. Yes! A goal for Alex Hunter on his debut. You're in the big league now. You have to raise your game. You need representation, you call me. Wow! Check this place out! Just don't get too carried away. It can disappear just like that. Life doesn't always give you what you want, does it? I'm ready. You'll get your opportunity, Hunter. Just get me out of there. Well, we might as well pack this season in now. What was he thinking? I want to stay and fight for my place. I won't let you down. Alex Hunter, an outstanding goal. Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're going to make history. Incredible! My name is Alex Hunter. You don't know me. But believe me, you soon will. 18. История. Собственно говоря, вот такой вот у нас получается режим истории. Собственно, что я могу сказать? Класс. Класс. Это действительно будет завораживать, это действительно будет интересно. Это совмещение FIFA и в некой части мне, может быть, GTA. В некоторой части, может быть, чего-то другого с открытым миром, но это будет действительно классно. Совмещение FIFA с другими играми. Это будет, по крайней мере, разнообразно. Это будет необычно и это будет интересно. Все. Увидимся в следующих сериях по FIFA 17 демо. В следующей серии, скорее всего, будет антифрагерочек. Я думаю, вы можете даже догадаться с кем. Ну, все, всем пока.